Так. Чё, пацаны? Готовы? Чиназус. У них угловые, они угловые подают либо на блицку, либо на 11, либо на полукруг. Они ничего другого не делают почти всегда. Далька у них летит очень плохо, потому что там белый подает угловые, и он не прям уж хорошо это делает. Вот. Это по угловым. Когда будете перед вратарем, смотрите на лакера. Он иногда может уйти в другой фланг просто-напросто, и вы сможете пробить в открытый угол. Поэтому тоже поглядывайте на него, он иногда может уйти. А так в целом ничего особенного. Надо смотреть забросы за спину и все. А бильдос со мной будет, он у него билд Малах, он играет большим. Без спейса. Будет за ее билд. Катки смотрите. И все по сути. Панду атак встречаешь Алтай. Он у них цапнет. Он будет бежать часто прямо, поэтому смотри. Не факт, что он, кстати, сегодня Нам на удобно перекрывать эту схему, поэтому в целом не должно быть огромных проблем. не факт, что он будет на цепи сегодня. Ну, я не думаю, что что-то будет меняться. Что? Ну, Не верю. там, типа, на цепи будет либо белый, либо панда, да. В любом случае, надо просто плотно играть и с одним, и с другим, и все. Встречать можете. Ну, не прям агрессивно, но не давайте побежать прямо, самое главное. Смотрите забросы. Они, кстати, вялые начали делать, поэтому полукруг смотрите обязательно, кто-нибудь там, кто будет. Если с фланга заходят, смотрите не на себя, а на игроков. Ну так в целом, ну. В защите у них есть проебы. Так что они играют там не прям шикарно. И защита они почти всегда выходят иксом. И плюс, когда верховая борьба, у защитников они тоже выходят иксом. Так что ЦПшники можете брать подбор. Или там на КПшников смотрите. Ну, то есть, ну, нет там ничего такого, чтобы прям мы, да, переживали особо. Ладно, я мьючусь, давайте, удачи. Ты не мьются? Мьючится-то. Так нужно. Они кидают. Одиннадцать минут ЦП, наверное. Кинули. Все, погнали. Лево центрального мы не прессингуем. Вообще, не трогайте их. Изначально пусть они... Они, если что, в принципе, троем без паса. Давайте, хлопцы, огонь в глазах. Еще раз. Огонь в глазах. Огонь в глазах. Давай, давай. Огонь в глазах, только с холодной головой давайте. И без лишних эмоций, пожалуйста, рематч. Если что-то получаться не будет, не значит, что надо тут сидеть и плакаться всем подряд. Собрались как мужчины, да? Да, Игорек. Как мужики. Погнали. Погнали, пацаны. Про импульс, пожалуйста, не забывайте. И заброс будет, скорее заброс всего. Смотреть. А, там панда слева. Он будет направо кидать. Хорошность. Через заброс сразу.
Верхом только брать. Да. Так я нажал. Да бывает плохо. Их маклоуский цап. Хорош. Давайте выйдем, меня лагает каждую секунду. Надо отбиться сначала. Давай, выбей. Блять, ну я же... Я же этим выбил. Ударом, блять. Выходите, выходите. Блять. Выбей. А чем надо было выбить? Навесом? Ну, R1 навес надо. Ударом ты же можешь ударом. Как мог ударом направление. Направление. Я и направил вал. Ладно, забейте хуй. Да. Может, и не стоит направление. Вышли, вышли. Все. Да, сори, просто там лагал каждую секунду, и это хуёвая хуйня. Я думал, вначале отлагает. Там первые 3 секунды, первые 3 минуты вот игровых просто каждую секунду. Ну, каждые 10 секунд счет, блядь, под лаг. Решил сказать. Так, я тебе сразу кепку дам. У меня висит табло еще. У меня тоже табло, Ванюк. А, не кинули. Ну давай, я выйду. Давай. Володь, сможешь Фрилендом. Принять? Есть, принимешь. Там, блядь, комментировать надо еще матч нахуй через 15 минут. Мы еще свой не начали. Поехали. Бля, пошло хуёво царём. Хорош. Хорош. Там хуйня. Ты забеги. Не-не! Бля. Сам бил бы, наверное. Нормально. Прямо смотри. Хорош, чепан. Лучше, ой, все. Лучше. Нормально, по стенке. Лучше, чепан. Он будет прямо бежать тебе, бендом, будь к этому готов. Он может наесть сразу, так что будь внимательны. 26-го номера надо держать сзади. Ну, либо через пас. Володь, возьмешь? Да, с этого, ага. Посмотри десятку. Хорош. Все. А. Ну, в теории он может и ёбнуть, но я сомневаюсь, поэтому надо смотреть игроков. А вот не ложись так под... Хорош. Я опаздываю сразу, пизду. Мне, пацаны, можете дать? Да, не придумаю. Шуть. Давайте. Выбить? Хорош. Хорош. Прямо бежит, бибинду, не забывай.
Ну, надо как-то вынести нормально, блядь, нам. Ну, я имею в виду, чтобы мы открыты были нормально. Да, да, да. Давай на Витю. Давайте соберемся. Хорошо. Ну как? Хорош. Хорош, Игорь. Давайте продолжим. Запрос, смотрите опять, либо налево, либо направо. Скорее всего, налево. Хорош, то есть. Вверху. Хорош, так. Ой, отлично, там за спиной. Хорош, не торопись, давай налево. Не ударь в него только, он специально лишь стоит. Нормально. Баскетболист херов. Просто на всякий случай говорю, чтобы имел в виду перед ним. Бегите под меня тоже. Второй темп. Выпить. Хорошо. Машина. Подбор на аккуратно смотрите игроков, смотрите на вес. Не буду делать на вес скидки. Ну дай мне, Вань. Не надо было импульс как раз пиздец зону. Нормально. Рисуйте. Игорь, успокойся, пожалуйста. Хорошо, все. Хороший шпан. Хороший шпан. О, хорош. Давайте ближних смотрим. Центр. А, все, расслабься, все хорошо. Я забросил. Выиграет. Да не выиграешь, да. Все, хорошо. Двигайтесь. А, блядь. Хорош. Ближе сразу. Раз, два, три. Хороший вичпон. Лучший вичпон, гений, блядь. Просто ебёшь. Давайте. Не расслабляемся. Да, вообще не расслабляемся. Очень неплохо, неплохо они проходят нас. Мезобросиками ебаными. Я вперед побегу, попробуй. Убежал, да? Ножки. Давай. Ваньку, Игорек? Бля, я думал, ты уже не будешь давать. Пробейте издалека, тоже можно, ребят. Можно, да. Ну, ты выскочишь. Через L1R1. Ой, L2R2, точнее, сорян. Сейчас бычку. Ну, смотри, на панду будет давать, и скидку надо смотреть, главное. Я не успеваю тут сесть. Хорошо, Лось. Лучше. Играем еще до конца. Хорош, шел ты. Хорош. Хорош. Вы на спокойный. Угу. Бля. Бля. Нормально. Мой гол. Я забыл случиться. Они наиграли на гол. Давай через очпончика. Ничего страшного, мне стоит. Нормально, суки. Забросом вперед. Ага. Твою. Бля, я хотел сильно надальку. Нормально. Ага. Можете через дом. Угу. Нормально, не ждали. Последняя минута. Нет. Я с пандой, и смотрите скидку. Вперед. Ага.
Да не тянет, но всю голову выиграли у нас. Ладно, бывает. Бля, сорян, глупо выбросился. Охуй, нормально. Смотрите, они просто на переступах форварда их ебашат и все. Надо желательно еще один забить. Слегка ебнуть тоже. Пока по классике первый тайм мы хуево сыграли, сейчас второй наш должен быть. Заброс. Хорошо, Артисович. Он постоянно будет крутиться, Володька, будь готов. Верно. Хорош, если тут зажали сразу ближних. Давай на Игоря. А, или так хорошо. Почему? Он будет бить. Даром. Хорош, Костя. Хорош. Смотрите, 11, либо ближе сразу. 11, смотрите. Я полукруг возьму. Будет набегать на 11, Шалтай, будь готов к этому. Хорошо. Машину. Надо выиграть. Фланг, ладно, все. Все, я ушел обратно. Сами. Идем просто. Игорь, есть. Ладно, я уже проебался. Вперед. Юдин. Выбить. Пасик есть. Там хороший был. С тобой, Игорь, сбегай. Выиграй, Вань, тут вообще все, блядь, гига. Ну, меня потянуло раньше, чем ты навесил. Парень, сыграйте проще. Я скину X. Центр и фланги смотрите. Китку смотрите внимательно. Хорошо, ты. Сразу 11 могут сделать внимательно. Второй, второй номер. Еще есть. 26-й. Шалтай, 26-й. Угу. Далеко. Хорошо. Хорошо, Даки. Благало нахуй. Хорошо. Я с пандой сыграю, Володь, смотри скидку. Ладно, ты играешь. Хорош, лучше. У меня Володь. Нормально. Через меня сбегайте. Назад пошли. Вот, ну, успокойся, не торопись. Как будто нервничаешь. Хорошо. Спокойно, неси. Я сзади спину сбегу. Важно. Штрафной жене. Да. Круг муж. Давай, давай еще один. Раз, два, три. Аккуратно. Хорош, бэк. Выби. Так. В защите попроще, парни, просто выносите лучше.
Не, я бы на силу не успел. Там не должен был тебе пасать. Ну да. Проще. Вынеси сам. Еще не понял, кроме... Есть сразу. Хорош, отлично. Вот этот ворот, ага. Хорош. Да, сажи его, нормально играем. Пала. Вышли вперед. Я слева возьму. Хорошо, лучше шалтай. Надежно, просто надо и за спину не пускать. Я возьму. С 11 пустая, там может кто-то выбежать. Хорош, Костя. Хорош, Петрович. Шалтай, я же говорю, будь за ним лучше. Хорош. Далька. Лучше. Да ну нахуй. Ну они наиграли. Мы что-то вообще сидим, ничего сделать не можем. Давайте попробуем закомбачить. Мы выбить мяч даже не можем. Просто сделаем тупые действия. В чем проблема? Есть пустой игрок. Да ладно, давай сейчас уже не будем это обсуждать. Сейчас. Ну да. Давай. Соберите просто. Играй. А правда ебался. Прошел ты. Бля, он сзади пуста. Не, нормально, не выйдет. Сорян, завтыкал. Не убегай. Ну какой же хуйню играют? Как это? Они всю голову у нас выиграли. Давай, как всегда, сыграем. Попробуем. Все... Подбор, парни, подбор нужен. Не все забегайте вперед. На фланг. Полукруг должен быть. На даже не торопись. На полукруге. А угол выше. 2-11. Раз, два, три. Хорош. Хорошо. О, блядь, хоть так. Лучший нахуй. Бля, ну это пизда просто, а не матч нахуй. Не выходим, стоим, ничего не делаем. Пиздец. Бля, нас просто, нас сверху, но ну, нас переебали да, просто сверху. Ничего не надо говорить, Игорёк, забей. Да не, я же никакого, нас, не, они молодцы. Нас просто выебали. Просто, ну, они блядь, выебали чем-то. Просто потому, что мы не можем выиграть вверх, ни на каком Костя, этапе. Ладно. Нет, мы Шалтай завез. Да, Шалтай красава. Ну, Шалтай нет, ну я же тебе говорю, они выиграли просто потому, что, ну, весь центр, вверх они весь выиграли в центре. Просто без шансов вообще. И эти, блядь, подзаброски блядские. Ну и что-то мы справа вообще прям, ну, либо там реально, ну, может быть, мне надо было в защите больше помогать, но я так низко, блядь, старался играть. Ну, короче, не знаю, что-то, может, я не так сыграл, надо посмотреть игру. Ну, короче, парни, тут как-то... Ну, благо, ничейку сбили, бля, ну, пиздец. Что-то вообще второй тайм вообще не наш. Так,
Все, не выходите и ничего не делайте. Да, видно. Не хватает чего-то. А у тебя какой рост, Юдин? 184. Понял, окей. Ладно, спасибо за игру, короче. Сорись, может, местами был эмоционален. Вроде старался во втором тайме вообще успокоиться. Но мы там что-то поднасрали, я вот